скажет ей л'амур. И в их квартирке на Лесной уютно и тепло, и все вроде бы ровно, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио, и он в общем не бедный парень, кстати, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио. Наверное, лучше б ему не знать ее совсем. Так за годом год, за зимой зима. Она все так же ждет, ну когда, когда? Подруги говорят, все смогла б сама. И может, правда, уже давно все было б как в кино, но уже, наверное, без него. Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио, и он, в общем, не бедный парень, кстати, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио. Наверное, лучше б ему не знать ее совсем. Большой город, огни, проходят дни, и до сих пор она не смогла уйти. Все еще здесь, все еще с ним, все еще ждет. На фото Манхэттен, а за окном Москва. Время идет, пишет стихи среди звезд и луны. Пишет о нем, о том, что не смогла уйти. Но у нее есть пару причин видеть цветные сны. Она осталась Манхэттен, прости. И все вроде бы ровно, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио, и он, в общем, не бедный парень, кстати, но она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио, и он считает, что на ранней стадии, что она хотела бы жить на